Голландский малыш. Яйца. Молоко. Ванильный экстракт. Мука. Сахар. Соль. Кислая вишня. Кукурузный крахмал. Вода. Лимонная цедра. Лимонный сок. Намажьте сковороду маслом. Сметана. Полноценные минивены – это товар весьма и весьма специфический, и спрос на него, мягко говоря, не очень большой, если посмотреть на весь рынок в целом. Но, тем не менее, долгое время многих, в том числе и меня, раздражало отсутствие альтернативы автомобилю под названием Volkswagen T6. Как хотите, вы называете Caravella, мультивен или транспортер, Калифорния, в конце концов. И вот, наконец, альтернатива появилась. Это Citroёn Space Tourer и его ближайшие родственники. И да, формат программы «Наши тесты» не предполагает прямого сравнения с конкурентами. И я постараюсь как можно меньше употреблять слово Volkswagen. Так что будем считать эту программу не сравнением, а равнением на однозначного лидера этого сегмента. Итак, Space Tourer, равняйся! Citroёn Space Tourer – это не один, а сразу три автомобиля. Концерн PSA давно сотрудничает с японцами из Toyota, и этот минивэн – еще один плод такого сотрудничества. На нашем рынке